Тает снег и на мурманских водоемах. Выходить на них уже опасно. Специалисты регионального МЧС показали школьникам, что делать, если человек провалился под лед. Актуальные навыки стоит взять на вооружение и рыбакам-любителям. Находясь на такой поверхности замерзшего водоема, можно неожиданно провалиться в воду почти на метр, подчеркивает специалист. Попав в экстремальную ситуацию, нужно попытаться вытолкнуть себя и ползти по льду. Как это правильно делать, рассказывают специалисты МЧС. Второй вариант, если попав в ЧП, кто-то есть рядом. Правильно вытащить человека тоже нужно уметь, не растеряться и использовать подручные средства может далеко не каждый. Жизненно важные уроки, которые дают школьникам спасатели у домика моржей на Семеновском озере, самым посещаемым водоеме в черте города, впрочем, не смущает рыбаков, которые занимаются любимым хобби по соседству. А ведь в городе давно стоит плюсовая температура. Когда ничего не происходит, людей это очень сильно расслабляет. Надо, чтобы человек помнил, как закон, потому что все законы написаны кровью, как говорят, да, что весенний лед, допустим, в данный момент, он намного опаснее, чем тот же осенний лед. Это вроде, казалось бы, что такое, один и тот же лед. Нет, они разные. В данный момент лед неоднородный. Он опасен тем, что значит, он многослойный.